Добрый день. Сегодня 20 января 2023 год. Начинаем новый обзор по новинкам, по тем культурам, которые вы знаете уже. Я приехал к Сергею. Много роликов было снято именно отсюда. Потом выйдем на улицу, покажу еще новые теплицы, которые Сергей в этом году строит. Новый для него продукт именно весной. Это цветная капуста. Цветная капуста абени. Высаживалась она 5 декабря. Сеялась. Сегодня у нас 20 число. То есть получается, ну, грубо говоря, через 15 дней будет 60 дней. Да? Вот. Ну, через неделю где-то она уже будет высаживаться в теплицу. Я думаю, что многие знаете этот гибрид. Сейчас немножко нагоним еще корневую систему. Вот. И через недельку она уже будет высаживаться в теплицу. Средняя температура. Ну давай лучше, может, оттуда. Здесь послабее. Ну не хороший. Ну давай. Вот хорош. Она сейчас еще наберет. Ну ее пикировали, ну, неделю назад. Неделю назад. Да, ну 10. А изначально какой она была? 144-я? Нет, 54. 54. Да. 54. Вот. В принципе, если она будет высажена 5, ну, грубо говоря, даже 1 февраля, ориентировочно, ну, начало апреля, капуста должна уже будет подойти, но мы все это с вами посмотрим вместе. Как получается, конечно, начало будет холодно. Ну, может, середина апреля. Вот. Там все будет зависеть от погоды, конечно же. От погоды. Вот. Что будем еще, о чем будем рассказывать в этом году от Сергея? Здесь посеяны томаты Pink ID. Этот гибрид вы уже знаете. Также новинки, которые пока еще находятся на госсорта испытаниях. Мы расскажем об этих томатах. А перцы. У нас получается перцев 8, да? 7. Нет, 7 демо и еще Ариадни же. Нет, Ариадни, Каптур и Red Knight. А, тогда 10 перцев. 10 перцев будет. 10 перцев. Вот. Перцы сеялись 15 февраля. Января. Это января, вот да. Это баклажан. Это баклажан. Баклажан Эпик. Сегодня начал сходить. Вот. Плюс еще будет у нас один баклажан с испытаний. Еще баклажан, ты говорил, вроде будет или не будет. Не будет, все. Не будет. Все. Так что вот об этих всех гибридах буду я рассказывать. Да, такой вот еще гибрид. Об этих всех гибридах будем рассказывать, когда они будут высаживаться, какого числа, как они себя ведут после высадки. То есть на все эти моменты буду я сюда приезжать. И, ну, если кому-то интересно, такой вот будет у нас обзор. Давай покажем, что там с теплицами. Так, вот в этих теплицах, вот в этой. И в той, да, Сереж? Нет, там будет перец. Перец? Перец. Ну и демо там тоже будет. Перец демо. Здесь у нас будет абени. В этой? В этой будет пингвей. Здесь он будет в середине апреля высаживать. Который сейчас высажен абени. Угу. Подожди, абени. Пинк-айди. Это для маленьких и для одной новой. И вот новые теплицы Сергей еще такие сейчас строит. Позже можно будет приехать, посмотреть уже, когда закончат тут все работы. Сейчас идет подготовка. Будет очень интересная установка холодного тумана. Сергей уже заказал. Вообще это очень эффективная вещь. Покажу, как она работает в теплице. Ну, мы с Сергеем надеемся, что это прям будет вау. Ну, по идее, так должно быть. Холодный туман очень помогает. Ну, вот так вот.